Доброе утро, уважаемые телезрители! С вами опять я, Анна Алявьева. Давайте приступим к нашим тренировкам. Прорабатываем заднюю часть бедра. Держимся одной рукой за стену, корпус чуть-чуть вниз и поднимаем ножку назад. 10 раз. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. И не забываем делать на другую ногу. Приступаем к следующему упражнению. Выпады со скольжением ноги вниз. Ноги на ширине плеч. Руки можно поставить перед собой. И опускаемся вниз как можно ниже. И поднимаемся. По 5 раз. 3 подхода. 3, 4, 5. Поменяли ногу. Приготовились. И раз, два, три, 4, 5. Еще 2 подхода. Для укрепления ахилл делаем простые рылевые. Ноги вместе и поднимаемся. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И давайте 8 счетов постоим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Продолжаем нашу тренировку. Следующее задание на укрепление мышц спины. Ноги на ширине плеч, руки за голову. И делаем наклоны вперед, не сгибая колени и не сутулясь. Приготовились. И раз, два, три, 4, 5. 6, 7, 8. Еще раз, два, молодцы, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Задание для боковых мышц ног. Подходим к стене, одной рукой держимся и поднимаем ножку. Медленно опускаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И в конце давайте подержим. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У кого есть резина, это задание можно выполнять с резиной. Следующее задание – приседания с выпадами. Делаем по 10 раз, 3 подхода. Приготовились? Поехали! Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Еще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задание для красивой осанки. Руки за голову, локти вперед и лопатки сзади вместе собираются. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Повторяйте это задание чаще, и у вас будет красивая осанка. Задание для тазобедренного сустава. Ноги вместе, чуть-чуть приседаем, руки ставим перед собой и корпус вперед. И нога в сторону. Раз,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Можно немного отдохнуть и повторить еще два раза. На этом наша тренировка подошла к концу. Надеюсь, вы не очень устали. Занимайтесь спортом вместе со мной.